Братан, не хватает денег на новый Бэтмобиль или даже на обычную тачку для гонок? Тогда быстрее заходи в нашу группу по прокачке. Здесь куча наборов по самым низким ценам на твой выбор. А также теперь действует специальный промокод, с помощью которого ты сможешь получить халявные 50 миллионов к своему заказу. Выполняем заказы буквально за 15 минут, так что тебе не придется ждать. Ссылочка на группу будет в описании под роликом. Ярик! Я чуть не спахнул. Как ты так подпрыгиваешь? Ты меня убил! Ты меня убил! Ой-ой-ой, за мной две пташки, за мной две пташки! Что делать, что делать, что делать? Фух. О, вы посмотрите на те опасные кадры, они просто за мной! Ай, слетелся! Ну что же, народ, всем здорова, с вами Кузака Барт. Мал и Куз, я чуть-чуть офигел просто. И сегодня у нас какой-то режимчик на байках против самолетов. Йоу, братишки, всем здорово. Всем здорово, чуваки. Всем привет, ребята. Капец. Мы сразу так начали спускаться. Очень жесткая какая-то карта у нас сегодня. Прям очень жесткая. Кто с кем играет? Кузака? Мы типа за одну команду. Вы офигели, когда типа увидели то, что мы на такой тоненькой стоим? А гладить. Отлично. Так, о, чё, а, чё, я тоже, кстати, у меня байк выпал. Я тоже упал, я и что теперь упал. Делать? Что происходит, ребят? А как теперь быть? Я что, один нормально приехал, всё? Вот он нет. Байк, вот он байк, здесь самолёты крутятся, я уже хотел возрождаться, прикиньте, чё. Пацаны, чё происходит? А, возрождаться. Возрождаться здесь не надо, здесь надо выживать от самолетов, которые на нас едут, точнее летят. Рядом прям был скалбак. Вау. Самолёты летают немного, мне страшно. Да. Они очень что-то большие, эти самолеты. Самолет, хорошо, что мы все реально за одну команду, нам будет как-то легче выживать. Это круто. Ой. Ой, давай, Кузак, за мной боцман просто катится, как не знаю кто. Боцман, боксер? А, вот там, тихо. Я живу, я еще один обводи жив. Обводи его, обводи. Стараюсь, да. Раз, два, три, все, изи. Так. За тобой полетит, да, он теперь он за мной реально. Что теперь делать, я просто даже не представляю. На повороте. Так, на повороте, раз. Поворот, оп. Оп, аба! Раз. Ты чё, нет, зачем это сделал? Он просто слетел под конец. Так был сосредоточен. А, обида, обида, да. Ну что, ребят, погнали. В общем-то, мы опять на байках. И надеюсь, я сейчас не упаду, никто не взорвётся. Что он делает? Да, было бы неплохо. Я реально боюсь на этой тонкой стоять. Она же такая тонкая, можно чуть-чуть пошевельнуть вначале и просто слететь. В смысле, ты умер? Он взял по мне, пальнул. Хаммер какой-то реально неадекватный. Он нас подрезал в гонках постоянно, а теперь он убивает нас. Сумасшедший человек. Ладно, хоть он теперь не говорит, что гонка говно. Да-да-да-да-да-да. И все тупицы, то, что все толкают его. А что тут писюн сделал? Тут писюн. Реально писюн? Так, надо аккуратно, надо аккуратно! Ой! Я прям видел его тень. Я видел его призрачную тень. Мне прям по колесикам проехался. Да ладно! Эпично. Ни хрена у вас там опасность. Хорошо, что у нас такие быстрые байки, реально, вот эти Skyfox. Как это? Заднее колесо, знаешь, не встанешь. Ну да, но надо типа тормозить чуть-чуть, когда он встает вроде чуть-чуть. Да блин! Так, Алексон Вулф. Стигуля, Кузак, ты еще живой? И да, я живой, я спокойно еду, главное здесь нигде не слететь. Ты живой остался, Ярик, ты живой? Ой-ой-ой, за мной две пташки, за мной две пташки! Что делать, что делать, что делать? Фух. О, вы посмотрите на те опасные кадры, они просто за мной! Ай, слетелся! Я жив, я жив, я жив! Он жив. Да, да, я выжил! Просто в рубашке родился, в рубашке! Охренеть! Ты больше всех выжил, реально. Вот, больше всех выжил. Да. Ну как бы да. Реально, мне очень сильно сейчас повезло. Да, кстати, ты лысый какой-то очень сильный. Да, у меня какая-то эта мохнатость. Сейчас тебя собьют. Понижу. Я не вижу их. Нет, не забьют. Я не вижу. Так, вроде объехал или нет? Давай. Лайду. Не падай. Все хорошо. Все, вроде дошли. Теперь главное этот самолет взорвать. Ты умрешь. Так он уже вылез. А, Мало, ты тоже прошел, ты красавчик. Серго, убей его. Точнее, наоборот, ты его убей. Он упал, короче, все, мы. Нет, ты его не убил. А вот я его убил. Е! Он был в этом, в автобусе, да. Вот это был отличный раунд. Ну что, пацаны, продолжаем мы теперь на самолетах. Давайте-ка их теперь убьем. Погнали. Мал спародировал свой голос, типа называется, да? Это голос. Уйдите, пацаны. Мал. Голос Мал.
Погнали. Мала. Знаете, что я хочу сейчас сделать? Пацаны, давайте к ним навстречу полетим. Не будем. Давай. Чтобы это было сложно. Я самолет с собой взял, другой. Лол. Это как? Бабушка в груз. Так, теперь главное их как-то здесь сбить. Я тоже вижу. Я тоже вижу, но я ничего не смогу сделать. Минус. Ай, взорвался. Ну почему так быстро? Ярик, ты что такой шахит-то сразу подрываешься-то? Ты бешеный, что ли? Ну реально, взрывается. Боль забанят, не надо. Так, Алекс, Вулф. Да их невероятно просто сбить, я не понимаю, как это возможно. Они я быстрые такие. Потерялся в пространстве, пацаны, помогите. Так, тормози, тормози, моя блин, пташечка. Это сложно. Это очень сложно. Тихо, так меня не сбей, я поражусь или чё. Да, ясно, смотрите. Я не знаю, как хороший сбил. Да, 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 сбил, конечно. Мне теперь самолета вообще нет. Ах ты писька, он меня взял с лица земли и стер. Как же я всегда боюсь спамиться на этот тоник. Если кто-то смахнет, как Ярика, это очень нет, жестко. Он меня не смахнул. Все, это главное, не никак не упади, Ярик. Че такое? Ты там не упал на 10? Еле-еле выдержал. Вы там давайте аккуратнее, а то за нами это. Убьют нас все. Давайте. Стоп, а кстати, а у нас да. Это, у нас есть оружие? Чё у меня с головой моей? Нет. У меня да, волосы черные. Посмотри на меня, Ярик, притормози чуть-чуть. Видишь, да, у меня волосы какие-то? Да-да-да, странно. Мне что-то непонятное реально. Это как-то странно. Реально. Да, баг игры. Ой, писун. Да. Главное, ну, здесь теперь аккуратно. Главное теперь... Ой-ой-ой! Нет! Ничего себе! Вы выжили там? Вы выжили? Жестко. Происходит? У меня байк горит! Я не еду за тобой. Как дом. Бабушка позвонила. У меня байк горит. Я не еду за тобой, бро. Что за жесть? Ты летал? Ты летал это? Жестко. Там у пацана дестрой до шасси аж отлетело. Забил гол. Забил гол. Как же это страшно. Как же это динамично. Везде взрывы. Вау. Фух. Я прям перед взрывом проехал. Опа, это было жестко. Слушай, их два пацана осталось. Ай, мы это... вполне... Нет. У нас есть полное право да, затащить. Один выиграет. Пацан вылез. Я сейчас защиту от них буду делать. На. А вы это в начале, пацаны, да? Они только в начале, реально. Нормально. Просто гоп-стоп. Я за тебя работаю. Да, у них там какое-то веселье, мы тащим. Ладно. Кто-то веселится, кто-то тащит, так всегда, как в школе. Один учится, другой списывает. А где он над нами летит? Лай. Ярик, главное, чтобы сейчас мы спокойно доехали, взяли оружие и все. А все, давай. Да-да-да, ну здесь больше ничего сложного вроде, так? Ну не знаю, всё. Надо пройти еще тоненькую. Да пройдем, давай, по тебя просто надо будет смотреть. Так, давайте, пацаны, давай. На подмогу. А как запрыгнул-то? А ты на нас уже летят самолеты, я слышу этот визг комариный. Я ничего не вижу сверху, там что вообще происходит? Да куда, я не могу залезть. Серга умер. От первого лица. Так. Он сдох. А все, вот-вот. Все. Тихо. Так, надо лучше, ну, так вот проходить. Тихо, Вальвес, не надо так делать. Пройду. Я тоже бегу за тобой. Я бегу за тобою. Ой! Нет! Давай быстрее! На конце! Давайте! Убейте его! Я не хочу погибать быстрее его! Убейте, ребята! Убейте! Убил! Упал! А, я тоже упал! Пацаны, я почти упал! Быстрее убейте! Убейте! Убили! Нет, я разбился! Нет! Он тоже разбился вроде. Не-не-не, он парашют раскрыл. Где он? Блин! Ладно, пусть летит. Я думал, что смогу выжить. Мы все равно выиграли. Ну да, как бы выиграли, но... Давай хоть как-то. Друзья, мы сейчас берем наши ультрасамолетики, да. Ультраскоростные, Ярик, и всех можно выигрываем. Можно я твой самолет возьму? Да, конечно, бери. Я тогда на я розовом прокачусь. Я поеду на розовеньком. Давай. Желтый цвет, мне кажется, даст мне больше сил. Синенький, как обычно. О, нормально. Круто. Да тихо ты. Так. Сразу налево. Барт, аккуратно, чё ж ты мне подрезаешь? Осторожно, нормально. Ненормально. Так, ладно, все, летим, вылетаем. Я тоже. Ай! Да как вы так погибаете-то? Я не люблю эту игру. Какие вы молодцы. Как вы погибаете на каждом... Ай, пацаны. Жёстко. Я с тобой осталось это, всё. Ой! Кто? Аккуратно надо быть, аккуратно. Я взорвал всё. Я один остался опять жив? Да, бро, ты один. Боже мой, окей. Я всё понял. Придётся одному тащить. Нет, Зака, он железный. Да какой я железный? Я деревянный. Ой, меня замедлило, чуть не упал. Я не знаю, как теперь мне тащить просто втроем против такой большой команды. Зачем? Да. Чтобы выиграть. Чтобы выиграть. Хорошо. Так, хорошо. Вылетаю на него. Смотри, сейчас будет подрез.
Сотый уровень. Он свернет. Ой! 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 У меня один двигатель отказал. Он выжил, кстати. Да ё-мо, это нереально, пацаны, вот за эти самолеты просто невозможно. Так, ладно. Давай, едь, там сейчас будет лететь. Да-да-да, я тоже так думаю, что будет лучше. Он сначала дописал через... Справа, справа. Да-да-да-да-да-да-да-да-да! На! Хорош! Сбил? Сбил? Нет, не сбил, прикиньте, чё. У меня двигатели отказали. А, вот, включились. Поднимись. Я жив. Я жив. Ты жив? Да. Так, где-то они здесь едут? Не, они справа, они не едут. А, вот-вот-вот, и вижу, вижу. Гуляй в них самолет, а сам лети на парашюте. Да вот они! Вот они! Давай. Вот они! Минус два! Все отлично! Е! Хоть кого-то забрал с собой, там хоть что? Кого-то! Да! Ну что, обезьянки, погнали сшибать наш... Сам ты обезьянка! Отвисает в джунглях. Я макака! Давай. Кто там такой бешеный взрывает кого? Ты что, даун? Это Хаммер, это Хаммер, это Хаммер! Вообще, это Джейсон. Дестройт, это Дестройт, это Хаммер. Да вы здесь это вообще Дестройт. Все друг друга я взрывают? Я его скинул, пока! Самая экшонная серия, просто за это лайкусик. Это смотри! Да, нифига подскочил! Ярик! Ты чуть-чуть не спахнул. Как ты так подпрыгиваешь? Ты меня убил! Ты меня убил! Ну что, друзья, наконец-таки последний раунд за байки у нас сейчас будет. Я надеюсь, он будет максимально эпичным. Сейчас тебя сразу толкнут. В тебя прострелили ракеты, прикинь, когда ты сел на него. Погнали, погнали. Давайте полностью прям пройдем до конца, а то что-то на конце погибали. Как? Там прямая дорога. Можно было остановить по прямой. Что за люди такие, сумасшедшие? Такие люди. Ярик, ты хотя бы это... Ой, который кус выжил? Да. Ну хорошо, я тогда тоже выжил, я сейчас постараюсь допройти это до конца. Ой, они пролетают прям... Только, оказывается, не надо было на заднем колесе. Офигеть. Да-да-да-да-да. А нахрена ты на заднем колесе едете-то? Я думал, я буду быстрее. Наоборот, прижимайтесь. Потому что этот байк вообще не стабилизирован. Ой! Тихо-тихо-тихо. Берегись автомобиля. Чё-то убил. Прикинь, чисто передо мной взлетел и убил. Чё-то жестко. Главное пройти, главное пройти. Боцман, не надо никак меня сейчас сталкивать. Никита, сзади. Сзади самолет. Никита, ты жив, да? Уворачивайся, да. Тормози, тормози. Отлично. Тормози. Боцман нет. Да ты боцман нет. Жесть. Что за мы жесть? Вдвоем остались. Давай, давай, кузак, я думаю, я ты тащу, я тащу, тащу, тащу пока что. Правда, давайте там... Ай. Тащите. Там боцман может быстрее меня это начать проходить, и все, у меня ничего не получится. Что так плохо. Его. Так я не... А у него нет ракет? Есть. Вот в чем прикол. Они приземлились сюда, они нечестно играют. Ну, то есть они уже начали это проходить, когда я это так не начал проходить. Стрельни в него, стрельни. Не-не-не. Он упал вроде. Нет. Стрельни в него. Я в того стрельну, который на тропе. Ну-ка. А ну-ка давай, Никит, лайфхак. Смотри, лайфхаки, лайфхаки. Тварь. Скринь! Дура. Ну! Скринь, скринь. Тихо. Ну, скринь. Попади! Скринишь, давай. Скринишь. Блин, не могу попасть. Последний патрон. Последний куда? Патрон. Куда? Последний патрон. Куда ты? Хуй? На! На! Давай, да! Давай. Так, минус один. Давай, нет! Хорошо. На дорогу приземляйся еще раз. Тихо. Фух. Тащим. Давай, кузак. Тащим, 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 тащим. Последняя надежда, кузак, тащи. Там еще пацан, он вроде прошел, нет? Нет. Все. Я бегу, как я могу, изо всех сил просто. Изо всех сил. Я просто всех там растаскал. Одного с РПГ, другого... Другого рупака Пашку. Тихо, 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 тихо. Смотри, сейчас упадешь. Да? Осторожно, лучше иди. Ладно, понял. Он все потратил, нет... все потратил. А, я могу все равно, типа, без давай, патрония. Давай, давай, давай. Все, пройду. Я пройду. Я смогу. Все давай, будет давай. В моих руках. А потом куда лететь на парашюте? А там внизу есть платформа. Да, там видно, прыгай, куда? Прыгай сразу. Сейчас. Слабо через куст, давай через куст. А куда надо-то сейчас? А вот туда, вон. Вон в дырку, я вон снизу подпал. Где-где-где, не вижу. Видишь? Вон вертолёт. А, да? То есть туда надо? Все, понял. Лечу. Давай. Изи. Да я полечу типа бейсджампером. Так-так-так, я шучился, я шучился. Да-да-да, тык-тык-тык. Мазафака, тык-тык-тык. Все. Вот неужели сейчас пройду? Неужели сейчас пройду и убью всех? Да, возьму самый эпичный самолетик какой-нибудь. Розовый, да. То, что надо. Главное, здесь нигде не шандарахнуться. Так ты мог сразу на платформу лететь.
Я знаю, но я хочу... А, ну это верхушка Мейзбанка, да? Да, самая верхушка Мейзбанка, ура, прошел. Теперь главное постелить этого. Кошерный. Самый мощный. Вот теперь вспомни, как я сюда приземлился. В смысле, а ты сюда уже даже летал? Да он расхреначился в лепешку. Как ты мог здесь, там спокойно даже можно на парашюте лететь? Я прямо в этот... Это знаешь, это признак куза. Я его не вижу. Он спрыгнул. А, еще выше был. Где он выше? Он не может быть выше. А может на платформе он вообще... Он выше только в космосе может быть. Где на байке? Да, снизу на платформе. А, ну все, сейчас я его подстрелю спокойно. Сейчас я только чуть-чуть пониже сделаюсь. А, я знаете, как я его сейчас сделаю больно ему? Задавишь, что ли? Нет, я его зарублю винтами. Ну все. Все будет изи. Да. Это было очень красиво. Отлично. И это... Что у нас? Матч? Нет. Победа. Ну, хотя бы такая победа, Ну что же, дорогие друзья, мы надеемся, что вам понравился сегодняшний вот такой вот замечательный режим самолеты против байков. А с вами были Кузака, Барт, Кус и Мал. Подписываемся на наш каналчик и ставим лайк, а также оставляем свой позитивный комментарий. Ну и все, дорогие друзья, всем удачи и всем до скорого. Пока, ребята! Пока, ребятки!